Всем привет! Сегодня у меня вот такой вот набор новых кистей. Первый раз этой фирмы купила кисточки, решила их затестить. Сейчас буду рисовать. В наборе вот такие вот 10 кистей, разные по форме и размеру. Посмотрим, насколько они подойдут для масла. Вот есть со скошенным ворсом кисточка, скругленный ворс. Вот у большой скругленный ворс, ну и тоненькие. Посмотрим, как они будут в работе. Вот какой этюд у меня получился. Писала я исключительно вот этими новыми кистями от фирмы «Две картины». Но все-таки для масла они слишком мягкие. Я считаю, можно в лессировках где-то их использовать, я их оставлю. Но мягковатые для масла. А так, такой вот этюдик быстренький получился.